Приветствую вас, мои дорогие друзья! Меня зовут Александрова Светлана. Я очень надеюсь, что в этом году все ваши климатисы взошли вовремя. А если и были задумчивые, то вы сделали все необходимое, чтобы простимулировать их рост. Все мои 5 климатисов, которые не взошли к началу июня, благополучно взошли и уже нарастают. Сейчас мне нужно будет произвести 3-ю подкормку для укрепления корневой системы и закладки цветочных почек. Как я стимулировала к росту непроснувшиеся клематисы, я рассказала в своем предыдущем видео. Сейчас, к концу июня, когда в саду уже цветут клематисы второй группы, и начинают свое цветение клематисы третьей группы, продолжают цвести княжики. И дольше всех цветет серия Surprise. Golden, Pink, Blue и Purple Surprise. И также в эти же сроки продолжает свое цветение княжики серии Dream. В домашней теплице я разбираю стеллажи и перенесла все контейнеры с укоренившимися клематисами на подоконник. За зиму с маточного растения я нарезаю 2, а иногда 3 раза молодые зеленые черенки. Сейчас у меня 3 подоконника вот с такими контейнерами с клематисами укорененными. Это уже последние черенки, которые я нарезала, февральские и мартовские. Всех живых и бодреньких пересажу по отдельным горшочкам. Ну а все завядшие, не развивающиеся, засохшие, все это нужно уже выбросить. Даже если эти черенки укоренились, корешок вытянул все силы из побега, который я укореняла, но дальше жить и развиваться не стал. Конечно, эти укорененные черенки можно пересадить и дождаться, когда на корневой шейке заложится почка, которая даст дальнейшую жизнь и рост этому клематису. Но, скорее всего, этот клематис в дальнейшем будет гнать только зеленую массу и никогда цвести не будет. А нам такие клематисы не нужны. На стадии вот такого развития неправильные клематисы все отбраковываю. Безжалостно все их выброшу. Цветы без повода, самые желанные, самые нежные, самые нужные и долгожданные. Свадебные, прощальные, юбилейные и венчальные, торжественные, повинные, символические.
А вот это уже пересаженные и подросшие первые укорененные черенки, которые я рассадила по литровым контейнерам. А у каких-то уже даже хорошо наросли корешки. И вот эти клематисы в литровых горшочках будут жить до конца августа. А потом я их пересажу в двухлитровые контейнеры. И совсем скоро, вот только немножко потеплеет, что-то у нас прям совсем стало холодно, в конце июня, в начале июля, я начну летнее черенкование. И вот уже даже заготовила кассеты с торфом. А я несу тебе цветы, а я несу тебе цветы для самой лучшей и единственной на свете красоты. А я несу тебе цветы, а я несу тебе цветы для уходящей, но не гаснущей мечты. Но не гаснущей мечты. Для уходящей, но не гаснущей мечты. Для уходящей, но не гаснущей мечты. Друзья, вот такие пушистые соплодия формируются у клематисов всех групп после увядания цветка. И лучше это все, друзья, обрезать, потому что растение тратит силы. Есть в них какая-то своя определенная красота. Это семенные коробочки. Конечно, у третьей группы это не так актуально, можно не обрезать. Но вот, например, если обрезать у группы интегрифоли сразу же отцветшие цветы, эта группа будет цвести, не останавливаясь, все лето. У клематисов второй группы, когда мы обрезаем отцветший цветок, на побеге основном, в пазухах листьев, начинают просыпаться спящие почки. И эти почки дают боковое ветвление. На каждом из этих новых побегов вновь формируются бутоны и цветы. Также обрезка отцветших цветов стимулирует нулевые побеги, подземные, на корневой шейке. И в этом случае клематис зацветает на побегах текущего года. Вот этим, друзья, и отличаются клематисы второй группы, что у них две волны цветения – на побегах прошлого года и текущего. И, безусловно, это очень важно для молодых княжиков. Ведь нам сейчас нужно, чтобы княжики второй раз зацвели. А вот группа Surprise вообще не останавливается. Цветет непрерывно все лето. Поэтому, если мы будем регулярно подходить и обрезать уже отцветшие соцветия, и эта группа княжиков точно так же, как группа интегрифолия, будет цвести непрерывно все лето. Конечно, обрезать все соплодия на взрослых княжиках будет просто невозможно. И семена княжику взрослому не помешают, не отнимут у него силы. Потому что оно справится и с наличием соплодий, и в это же время сможет наращивать и боковое ветвление. А вот молодым растениям, особенно тем, которые вы сейчас получаете, необходимо сразу же после цветения обрезать вот эти все соплодия,
чтобы в пазухах листьев скорее пробуждались почки и нарастали новые побеги. И эти новые побеги снова будут формировать бутоны и цвести. Друзья, я всех вас приглашаю на свой сайт за взрослыми растениями, клематисами, розами и гортензиями. Вот здесь в конце участка у нас организовано доращивание. Здесь двухлеточки. И уже доктор Рупель цветет вовсю. А клематисы, которые я предлагаю, как двухлетние, хорошо нарастят корневую систему уже к августу месяца. Как раз к срокам отправки. Сейчас мы, друзья, принимаем заказы с отправкой август.